Нацистский преступник Эрих Припке похоронен в Италии на одном из тюремных кладбищ. Такое решение приняли власти страны в результате жарких споров и массовых антифашистских манифестаций. Припке, признанный виновным в расстреле 335 человек в 1944 году в Риме, был приговорен к пожизненному заключению и скончался в тюрьме 11 октября в возрасте 100 лет.